Слушай, красавица. Ты на время вообще смотреть собираешься? Ай. Ты на время смотреть собираешься? Каме время? 4 утра. На, веселушка такая. Не спит, как вы уже поняли. Ну, вставай тогда. Раз ты не хочешь спать. Пойдем кушать. Мы поговорили в эфире про еду. Я немного поспала где-то. В 1:30 легла спать. В 3 уже проснулась. Че долго спать-то? Скажи, всю жизнь так проспать можно. Всю жизнь так проспать можно. Камилка в тонусе все держит. Поговорили про еду. Мне что-то захотелось. У меня есть борщ вкусный. Борща со сметаной и с чесноком. Тема не сладкая. Я уже лежала. Вдруг проснулась, лежала. Думаю, что делать? Думаю, ну ладно, поработаю. Здесь уже заказы скинула. Видео загрузила. Фотографию уже в Инстаграме здесь все позагружала. Ой, кому живется хорошо, да? Камилке смех прям от души. Девчонки, вот она всегда от души смеется. Отдай. Отдай, тебе сказала. Хатушка. Камила. Камика. Камика, хатушка. Че ты ржешь? Расскажи мне тоже. Каме. Блин, вчера соседка рассказала, что у них в классе у девочки вши. Так я вся чувствую теперь. Хохотушка. Хохотушка. Смотрите, у нее невозможно. Адей. Адей. Адай. Адай. Боже, у нас такого состояния никогда не было. Вот чтобы она вообще не спала. Вот меня спрашивали, у вас когда-нибудь такое состояние было, как сейчас? Нет, девочки, у нас такого состояния никогда не было. Она хоть мало спала, ну, например, да, там поздно ложилась. Там в 3-4 утра, но она ложилась в темное время суток. А сейчас она вообще не спит, понимаете? Вообще. И вот сейчас, допустим, я ее пойду покормлю, да, пойду ее помою. Она может лечь спать. Я ее разбужу в 7, естественно, она будет хотеть спать. Но приходится ее будить. Хоть вы мне и пишите, не надо. Ее будет пусть спит сколько хочет. Но вот приходите и... Делайте за меня все мои дела, и потом будем только на эту тему с вами разговаривать. И она может спокойно не спать сутки. Я вообще не понимаю, как у нее организм это все выдерживает. Ладно, я вообще там, знаете, на кофе сижу, и его уже прям ведрами скоро начну пить. Вот ведрами просто. Да? Хохотунька. Отдай. 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 Отдай, тебе сказала. Отдай. Не, ни в какую не отдает. Кирюха с папулечкой спят. Но сегодня вот, пораньше им тоже надо просыпаться, потому что Кирюха уедет к Сельмухе. Папа его в 8 отвезет. Зачем ты бьешь? Зачем ты бьешь себе по голове? Нельзя. Нельзя. Сейчас замучу. Так вот возьму, замучу я тебя. Камелот. Камелотик. Рыбака.
улыбака. Так интересно, да, вот она складывает так аккуратно полотенце, уголочек к уголочку. Большое полотенце, маленькое, среднее, не имеет значения. Что складывать? Что она складывает? Пойти, что ли, автономку выключить? Так жарко, аж душно в квартире. Да, хатынька. Ками, такая красавица. Надо деду сказать, чтобы тебе не давал спать, не давал. А то деда такой добрый, он тебе даст спать, а ты мне дашь потом просраться ночью. Нет, ну нельзя. Не, ну Камила. Ты уже сильно себя бьешь. Нельзя так бить. Нельзя. Нельзя. Красавица. Камилка, ты такая красивая. Отдай. Где такая реакция? Смотрите. Шустренько. Отдай. Носик. Нотик. Вот чохнешься. Где мою красавицу? Вот. А когда мне говорят, да, там, что вот у нее приступы, вы ее обнимаете, целуете, говорите, как вы ее любите. Я же говорила неоднократно девчонке, что в таком состоянии, в котором она бывает, да, она не дает себя вообще трогать. Не подпускает никого к себе. Вы что думаете, что мы так не пробовали? Тут ванночку. У меня муж ее мучит, любит так вот. Вот так она прям хохочет. Да? Когда папа тебя мучит камень, ты прям папа ее мучит. Малышка. Угу. Весело тебе, да? Весело тебе, что маме не дала поспать. Вот она бьет себя по голове, и когда ей плохо, смотрите, когда она смеется. Такие хлопки, вообще такие удары у нее сильные. Нельзя. Ах, ты хотела маму укусить? Ах ты, бесстыжая. Бесстыжая девочка. Ну все, давай, вставай. Давай. Надо постель заправить, чтобы не лечь спать. А то я такая, знаете, лягу спать, а потом вообще не встану. А мне плов надо еще приготовить, успеть. Кстати, любите ли вы плов? Я обожаю. Что я тебе сказала? Камилка, вставай. Давай. А то мы так с тобой сейчас будем долго спать. Знаете, как говорят, что для того, чтобы чего-то достичь, нужно сжигать мосты. Так и
И у нас, раз мы встали, значит, надо убирать постель, иначе ляжешь спать, а потом не сможешь встать. А надо вставать, надо ехать, делать великие дела. Сейчас я, кстати, камин включу. Она так любит смотреть на огонечек. Пульт. Камилкины пальчики, блин. Все надо чистить. Снова. Камила, смотри. Она садится вот сюда на пледик и сидит, смотрит на огонь. Огонь успокаивает. Где моя кружка? Надо открывать блокаут тоже. Впускать новый день. Так, сейчас так это. Очень классная штука. Хорошо, что мы заказали блокаут, а не просто римские шторы. Потому что блокауты, у нас активное солнышко, да? Оно его особо не пропускает. Что? Краской заляпали. Надо помыть сегодня. Камень, тихо, не пищи. А у нас соседи вчера украшали двор. На них снеговик светится. Но у них очень красиво здесь светится. Может, на днях они включат. Покажу вам. Надо, кстати, сегодня наклеечки докупить, чтобы вот эту створочку доукрашать. Камя, все спят одним, мы с тобой не спим. Ну давай, все, выжила меня, да? Давай ты теперь, давай. Сделай вот этот вот бальзам для рук, очень крутая штука, девчонки. Если у вас сохнет кожа рук, прям толстым слоем наносите. И очень хорошо питает и увлажняет кожу рук. Прям советую. Это из набора прошлогоднего, но думаю, что в компании Faberlic можно найти какой-нибудь такой вот жирный прям крем. И крема у них очень качественные. У меня так сильно сохнут сейчас руки, вообще я не могу понять, чего так. И много мелких микрораночек. Камилка. Все надо складывать по местам уже. Кто здесь подушку уронил? Аккуратненько. Вставай. Кирилла носки, блин, на самом почетном месте. Да? Камень, такие нежные черты лица. Думаю, малышку.